Ой, да. рассказать, где взял. Ого. Ну смотри, заходишь на кэс.мани, тут тебе и обменник, и торговая площадка. Выбрал, нажал, получил. А -а -а. Удачи, братан. I'll take that.

Обновленный интерфейс с новыми возможностями. Теперь в батлах может участвовать до четырех человек. Создавай и персонализируй свои батлы. Выбирай любые количества и типы кейсов. Выбирай количество участников и приглашай друзей с помощью уникальной ссылки. Наблюдай за крутым дропом и выигрывай все. Hellcase, не пропусти эпичные батлы. Хочешь, за Жди, 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 жди. Ну чё, за? Мог бы XP уже заработать. Смотри стримы и получай XP на Вест ТВ. И всем еще раз огромный привет, дорогие друзья. Продолжаем наслаждаться матчем На'ви против Вичи Гейминг. У микрофонов по-прежнему Кван и Петрик. Всем не знаю, уже добрый день. В Киеве 4 часа вечера, в Москве 5 А в Москве знаю, уже добрый вечер, можно говорить. Да, уже можно говорить добрый вечер. Поэтому я так немного и задумался. Но у нас здесь жаркая баталия, потому что я ожидаю очень многого от ближайшей карты нюк. Потому что очень много вопросов касательно того, как хорошо на ней себя чувствует Вичи, как хорошо себя на ней чувствует Нави в том числе. Потому что у Вичи Гейминг всего одна карта, нюк, вообще в истории сыграна, и она была на мейджере, и она была очень в достойной борьбе, проиграна французам из Виталити. Поэтому тут, с одной стороны, выглядит все это как очень такой хороший вариант для Нави, но с другой стороны, кто его знает, что покажут вичи? Ну карта очень неоднозначная. Плюс как-то уже отметил истории как таковой нет. То есть подготовиться к вичи ну нереально. Нави будут отталкиваться от своего кс, от своей игры и действовать с позиции силы. Посмотрим, наверное, прежде всего за ножами. Очень многое может решиться в этом раунде, как ни странно. Кто же начнет? А это пистолетка мне подсказывают. Вот так, вот все, береты полетели на победку китайцы. Волосы назад. Нави проиграли за последнее время. 6 из 7 нюков. И нужно, решили его оставить. Нужно эту статистику менять. У них был выбор, они могли сыграть уверпас, свою сильную карту, но они решили сыграть нюк. Значит, у них есть в голове какой-то план, есть какая-то идея, и в пистолетке пока эта идея в принципе неплохо смотрится. Просто выпустили Элика. Два хедшота при этом. Э, у Дениса по-прежнему 100 хп. Он душит уже третьего. Это Жокин в вентилях. Симпл казнит третьего. Ну, тут, походу, диффенс рассыпается. У Вичи Фриман последний. Ну, и там уже ну, чуть ли не в спину к нему Эдвард выходит. Красивая пистолеточка от Нави. Пробежались по улице. Подловили загулявших игроков Вичи. И первый раунд у них в пистолетка на каждой из карт, которые мы сегодня наблюдаем. Первая пистолетка всегда забирается командой Natus Vincere На Inferno это им не помогло, но на нюке, если верить букмекерам, ну прям вообще без шансов должно помочь. GGBR дает коэффициент 1.13 на победу Нави на Nuke на, прямо сейчас. На 5.5, при том, что вещи в дефе. Интересно, ну верят, верят в команду Нави, в принципе, пистолетку взяли, даже Берет и Флейми конфисковал. Это серьезно. Пробегают по улице ребята из Нави. Несмотря на то, что играют против эка, все равно раскидывают дымы. И масс по улице, в принципе, неплохое решение против экономического раунда, потому что сдержать быструю атаку на нижний плент с юспами крайне трудно. Плюс еще и Флейми нашел свой фраг в лобби, дождавшись поджима. Ну и Нави уже на допункте хозяева будут скоро ставить бомбу. Нави так начинают протаптывать тропиночку по улице. В принципе, пока в первых двух раундах абсолютно никакой проблемы не возникает. Флейм и три фрага. Удается, мы видим, нафармить. Он последний, его находит Эдвард. Ну и два довольно легких для Нави на старте Нюка. Но это только начало. Да, сейчас у Нави осталось в руках два фармгана, но играть они уже будут против оружий со стороны оппонента, поэтому тут интересно будет, как Девс и Флейми себя поведут. Возможно, даже купят калаши, потому что у них деньги есть для этого. И не хочется отпускать Вичи, не хочется отдавать им раунд, даже один, для того, чтобы они там почувствовали команду Нави и вкус победы над ней на нюке. Нет, ну выкидывать Юмпик и брать калаш, это очень нужно самоуверенным быть в себе на самом деле. Гранат или, не... или наоборот, слишком неуверенным в себе. Ну, да. да. Под гранатки выпустить тиммейта. Вот он, тот же Эли, как бы уже на улице. Эдвард прикрывает. Дым, кстати, с зазором, по-моему, таким солидным. Да, надо поработать над стенкой. или, возможно, молик кинули, ребята, из ВИЧ, такое тоже бывает. Но это не помешало Элику проникнуть вниз. Жокинг стоит, ждет на будке выходящих со скрипа. Но тут основная атака, она ведет через улицу. Как и в пистолетном, как и в антиэко, как во втором раунде. В третьем Нави снова на улице, снова занимает линию. Так, Симпл теряет очень много хп, Нави решают возвращаться. Ну, тут, кстати, Кейс неподалеку, он все это время прячется в ангаре. Интересно, будет ли контакт. Да, вот он контакт, первый минус, Симпла добили. Еще один фраг, Элик падает, Эдвард пытается разменяться. Очень жесткий спрей. И в итоге 4 в 2 для Вичи Гейминг. Ну что интересно, кстати, в трех разных точках только что сделали фраги ребята из Вичи. И сейчас ситуация такая достаточно сложная. Два в три. Можно разыграть. Бомба под контролем урожденных побеждать. И тут харьковское дуо осталось, чтобы попытаться вытащить этот раунд. 45 секунд. Бомбу подбирает Зевс. Вичи прожали, я так понимаю, сейчас по ТРС, по Тажокинг. И нужно сконцентрироваться на базе Б. Всем остальным, да, где спускается, мы видим именно в эту точку. 30 секунд. Интересно, где игроки защиты? Потому что радар на нюке это вещь обманчивая. Если кто-то внизу, вот. Вот вопрос. Фриман. Фриман есть. Он... Да, он внизу, там, судя по всему, на бочке стоит, да. Mm -hmm. Ну, и Эдванд, Эдванд прямо за стеночкой где-то. А, или над Эдвардом Эдванд. Это беда. Фриман, погибает. 12 секунд. 2 в 2, бомба ставится. Вот он, Эдванд. Дожимает Зевса. Слышит ли Эдварда? Нет, не слышит. Ваня. Ой-ой-ой. Не хватило немного стрельбы Эдварду. Полетели пули не туда. И Эдвард смог сделать два ключевых фрага в этом раунде. Такое Это бывает. беда, Это беда. Мог оставаться один на один. Была инфа. Он заметил оппонента. Но, тем не менее, реакция по ходу Эдварда слишком хороша. Да, ну дал Ваня тоже шанс. Сделал такой длинный стрейф. В результате которого первые пули у него летят в любом случае немного не точно. И... Поэтому был шанс у Адвента все-таки среагировать. Да, уж, вот такой раунд выигрывают Вичи. Нави вроде бы прошли улицу беспрепятственно, но решили вернуться, повоевать и разменялись в минус. Пока что нам напомнили про нашего партнера Кезмани, три клика и у тебя новые скины, а у нас 8 секунд, которые почему-то не превращаются всем. Решили. Вот еще это... раз показать там концовку прошлого раунда. Ну, вы уж извините, мы прыгаем иногда во времени немного, связано это э, с техническими моментами. Все-таки турнир проходит в Шанхае, в Китае, а мы находимся здесь сейчас, в Украине, в Киеве, и поэтому и поэтому иногда бывают такие вот технические заминочки. Ну ничего страшного, будем смотреть дальше КС. У нас здесь э, счет 1-2. ВИЧи взяли первый раунд свой и начинают набирать раунды на нюке. Ну что, мы помним, у Нави не максимально возможный закуп был в предыдущем. Сейчас мы видим СГшка в руках электроника. Симпл на АВП. Зевс взорвал двери. Но что касается Вичи, у них есть Ауги, Юмпи для Эдванта. Но вот АВП по-прежнему не обнаружено для этой команды. Симпл. Воюет. Ну, вычисляет, вычисляет. Жокинг. Первый минус. У Жокинга сегодня очень хорошо летит. Вот на всех трех картах он прям выделяется. Да, тут согласен. У этого парня сегодня день задался. Но и не зря он играет у себя в родной стране. И для него этот турнир очень значим, потому что один из самых крупных в его жизни. И он будет стараться на максимум. Здесь электроник находит оппонента. Ну, казалось, лином, что, вообще, но что-то <laughs> дал, казалось, ну, что-то странное. Оман, красавчик. Ситуация опять в три. Отходит назад. В принципе, тут уже можно довольно пассивно стоять команде Вичи. У них подавляющее большинство есть. Но ну, разменяться тут не получится, если никто не будет лезть. Да, вообще в КТ убегает Кейс. У него АУ, кстати, для такой дистанции очень перспективный девайс. Да, Эдвард понимает, что у него оппонент находится в КТ-респауне. Пытается найти других. А ну, тут вот, Фриман ну, Максимально пассивно стоит ВИЧ, сложно что-то будет придумать. Эдвента находят, Эдварда убивают в спину. 2 в 4 для Симпла и Зевса. Зевс, отличный минус, но в упоре был Джокинг. Симпл последний, 30 секунд, бомба на земле. Ну, на префе как-то и Завика убить... Эх, промах. Ну, жокин размансил и еще и убил после этого Симпла. Минус 3 от него. Великолепный показатель. Ну, вот она оборотная сторона карты Денюк. Ты отдаешь один раунд диффенсу, а там и второй. Вот и камбэк, и абсолютно непонятно, как пройдет первая половина теперь. Ну, СГ-шка подвела немного электроника, потому что сделаем тот фраг, была бы абсолютно другая игровая ситуация. И, и с Калаша бы, наверное, убил, кстати. С Калаша, я думаю, вообще без запросов бы залетела. А тут начал зажимать, а зажим на СГ-шке такая вещь достаточно капризная, и не всегда получается убивать. У нас тут флешка полетела на аплент от электроника, но. И посыпались его тиммейты. Где? Не знаю, честно. Потому что я по радару на нюке очень А где камеры Кто сейчас у нас на экранах? Что-то. Форт Боярд. Угадай, кто у тебя на экранах. Сколько у нас ключей по спорту? Сколько раундов мы взяли на карте нюк? Это к кому сейчас обратился? К обеим командам. У нас пока 2-2. Ну, по 2. Пальчиками 2 показывает и бежит. Ну, на самом деле Нави нам не показали ничего, кроме прохода по улице. Не было рампов, не было выхода под раскидку на А. То есть еще огромное количество вариантов, которые могут использовать Нави. Возвращаемся на 4К разрешение. Теперь все четко. Согласен, высочайшее разрешение, я бы так сказал. Ну, как минимум, все, все видно, все четко, все понятно. Ситуация 5 в 5, ржение раунд, Нави. Ну, пока очень пассивно действует. Готовит, видимо, стену смоков на улицу для электроника, либо для фейка либо еще для чего. Это только им сейчас известно для чего. Но электроник, к сожалению, стену не преодолел. Ну, а Кейс находит первый минус. При этом вроде бы Оман был поближе к Элику, но ВП нашло пикселечек. Выход-то на А, но там уже вроде бы все читается командой Вичи. Да, здесь есть Жокинг, который иногда отвлекается на мейн и в основном смотрит скрип. Есть сидящий сверху там еще игрок китайской команды, не знаю кто по-моему, Фриман, нет, Адвент, да, сидит сразу над будкой, позиция, в которой он дает железный фраг, но если его не убивают с мейна. Но Шокинг дает два фрага в ответ, здесь выход на А от Нави получился, и точка занята, бомба ставится, если только это не остановит. Ты О, такой вот. червь, Вообще, да? просто червь. Бомба ставится и просто убивают Ваню через секунду. Флейми не успевает прыгнуть вентиля. Это ну, 4-2 на табло. Попытка была от Нави поставить плент. Так ты так и говори. Так я говорю, что она ставится, я же не говорю, что ее, она поставлена. Это университет как бы ставится это и туда, и сюда. Ну, я, я хожу по тонкому льду комментаторского мастерства. Три тысячи денег. У Нави вот этой бомбы очень сильно не хватило в плане финансового благополучия. Рожденных побеждать, возможно, стоит поставить паузу или прямо сейчас с пистолетами в руках обсудить происходящее, но... Но пока мне не хватает какой-то идеи у Нави. То есть, что они пытаются сделать, мне сейчас не до конца понятно. Потому что пока они играют очень медленно, выжидают каких-то игровых ситуаций, чтобы сделать какие-то свои мувы. Но лучше бы они сразу же действовали и сразу же как-то ну, заставляли адаптироваться под себя ребят из Вичи. А пока они играют под их дудочку. Они все раунды выпускают Элика на улице. Когда Элик давал фраги, они выигрывали. Последние два раунда его там убивают. То есть нужно что-то менять именно с улицей. Или проходить массово, или элика по-другому использовать. Почему рампы вообще пустые? То есть это, часть карты как бы изолирована, в принципе. Много-много еще опций. Ну, посмотрим, какое Нави решение примут. Потому что пока без улицы тоже играть сложно. И Электроник один из лучших игроков на этой позиции. И кто, как не он, знает, как ему решить все проблемы, которые у него есть. Потому что тут ну, ничего особенного Вичи не показывает. Они просто стоят на жестких позициях, как и нужно играть, по сути, диффенс на нюке. Задача атаки — это либо выкурить игроков из удобных позиций, либо задавить их количеством, либо как-то обмануть. И пока Нави просто проходят в пятером в длины, и информации об этом у Вичи нет. Они знают, что кто-то прошел, но сколько прошло. Ну, он слышал, по идее, там толпу, минимум троих они там должны были начекать, плюс Кейс по кому-то стрелял. Символ чекает спину. Но есть одна флешка, есть юмпы, арморы. Тем не менее на нижней стянулся один игрок, это Фриман, и больше там по идее никого нет. Он такую не запаривает, занимает позицию. Очень хорошая позиция. Отсюда ну, ты контролируешь все. Нави. Ну, Тебя так, и а? из окна, из аквариума не убьют, потому что там нужно стекло разбивать. И из короткого ты контролируешь и входящих с большой двери, ты тоже контролируешь. Но единственное, что он здесь сам, поэтому может не хватить. Все Первого все похоронил. Убирают. Второго не дожимает по Эдварду. Есть размен. Пытается выйти кейс. У него авик. Падает Джокинг. Размен. Все это происходит на нижнем планте. Нам пока показывают немного не тех игроков, но тут обсервиям тоже тяжело сориентироваться, что происходит. Бомба установлена. Оман на видел спину. Оман видел Элик, не подозревая, что его уже начекали. Бомба стоит. Меньшинство для команды Нави. Эдвард на дефолте. Эдвард Пошел. тоже читает ситуацию. Нужно ему скорее идти спасать флейми. Но Егора здесь зажимают три игрока. Есть вся информация у Эдварда. Троих убить будет крайне тяжело, хотя подловил удачный момент. На смене девайса был кейс. Бомба дефузится, дефузится по идее. Да, да, дефузится бомба, правда, без китов, но тем не менее времени хватает. И Эдвард не делает ничего, чтобы предотвратить этот дефуз, хотя, в принципе, ну, мог бы попытаться в вот этот смог нашить. Но Решение было принято такое, счет 5-2 в пользу Вичи, пока их дефенс выглядит достаточно хорошо, чтобы Нави не могли набирать раунды. Хотя я бы не сказал, что что-то особенное они показывают. Семь раундов уже позади, только два из них смогли выиграть Нави, причем это было в самом начале. Немного меня по-прежнему смущает малое количество опций в атаке. Да, они проходят улицу, пытаются выйти Б. Да, но они никак не дергают защиту, потому что многие команды любят в атаке Создавать давление на игроков на всех точках, чтобы Defense не понимал, куда идет выход. Пока Нави действует максимально прямолинейно. Сейчас идет быстрый раунд на А через Мейн, а там просто три игрока готовы их встречать в сайте. И выход в итоге захлебывается. Так, это выход одного смоками. Эдварда. был. Выход одного Эдварда по факту. Парни за смоками-то так и стояли. Да, ну немного подождали Нави. Вторым темпом заходят на плент. Происходит размен, жокинга зажимают. В итоге ситуация 2 в 2. И... Ну, можно брать этот раунд вполне. Ситуация Зевс. играбельная, так и есть. Но можно даже на Б попытаться уйти. Зевс просто вычисляет девятку. Элик дал туда молотов. А второй молотов туда же. Но, о, man, как же он здесь может попортить жизнь команде Нави. Даже за Аркадий в дым теоретически может. Нави не понимает, откуда ждать оппонента. Вообще никакой информации нет. Ставят бомбу, пока есть смог в мейне. И сейчас нужно как-то пытаться им найти оппонентов, понять, что происходит. Ну, один в девятке. Они знают железно, что один человек в девятке, второй или в спине, или через мейн. Зевс! Зевс! Проигрывает перестрелку Оману. Один в один остается Оман против электроника. А там Аук. Ой-ой-ой, на распрыжке! Хороший! Вроде бы стрейф от Элика. Но что за стрельбу показывает нам китаец? Ну, они убивали, по-моему, этот же Оман убивал в полете, помнишь? Зевсов, который не на Инферно. Был момент. И здесь тоже сейчас хорошо он смог поставить хедшот по электронику, который стоит признать, все-таки он был э, красный, это, по-моему, около 30 хп. У него было. Но момент неплохой. Но То момент есть как момент, раз запрыгивал да. на эти ящики, да. казалось, все Элика преимущество в этом эпизоде. Но тем не менее, не получилось. Ну, вот это вся опасность карты Денюк начать в атаке, и если не набрать быстро 4-5 раунда, может быть очень тяжело. Согласен, абсолютно. Нужно Нави здесь, как мне кажется, просто больше давления по всей карте и больше давать возможности самим себе. Выигрывать какие-то перестрелки, делать какие-то рискованные мувы, потому что ну, такие игроки в составе, как тот же Флейм, Simple и Элик, могут быть очень эффективны именно в таком стиле игры. Но Нави явно и Зевсу виднее, в каком стиле игры эффективнее эти игроки. Пока отправляют они, электроника все так же охотятся на улицу. И все так же смоки блочат молотовыми. Мне кажется, Вичи готовы к Нави просто. Ну, это довольно стандартный мув. Ну, то есть Маки на улицу, Молотов от Дефа, это как бы не, не, только к Нави можно быть готовым. Это практически любая команда такой стиль показывает. Хороший минус. Вот Кейс уже пошел с авиком пикать под Террис Он еще и агрессивно это сделал. Он просто сидел 8 раундов на рампе, никого не видел. Соскучился. Можно выйти в аркаду. И это сработало. Вот парень как бы в дверях умер. Да, Симпл находит свой фраг на улице убирает Омана, ситуация выравнивается, и Нави нужно сейчас принимать какое-то решение. Очень хорошая позиция у Элика, но он ее может реализовать только если основное звено выйдет на какую-либо из точек. И А здесь, в принципе, тоже неплохой вариант. Здесь двух игроков нужно защиты перестрелять. Жокинг видел, кстати, под собой Зевса. 45 секунд. Элик не торопится. Бомба ближе к точке А. Но Эдвард может прыгнуть в мейн. Боится ангара. Зевс начинает напрягать рампот. Это, кстати, неплохо. Но там по девятке уже игрок. Ну, фейканули на рампе, и все-таки будет выход идти именно на точку А. Здесь со скрипа выйдет Simple. Мейн должен запирать Эдвард. Хорошая ситуация для Нави. Осталось только сделать нужные фраги. Эдвард и Электроник прочекали до конца улицу. Потеряли одного из игроков. Так. И пошел выход на Аплэнд. Здесь Жокинг дает два минуса. Разве Зевс. Так, двоих, три, троих, троих забрал. 15 кп. Даня Зевс, 10 секунд. Как же бомба упала. Неудобно для него. Такой хайлайт мог получиться. И Фримен даже не радуется на его камеру. Да там такая концентрация, ты просто превращаешься в прицел на мониторе, ты весь там. Ну, стоит признать, что у Вичи ну, очень хорошо разобраны ключевые моменты на нюке. И мне кажется, что вот даже для китайских команд эта карта максимально подходит, потому что тут многие пытаются расшатать дефенс. А что я тебе на Инферно говорил? Вичи невозможно расшатать, их невозможно заставить сомневаться в том сетапе, который они выбрали. Но при этом они очень читаемы. Но для Нави пока все равно проблема преодолевать вот этот дефолтный дефенс от Вичи. Нави так долго искали на улице оппонента, что в итоге нашли авик под девяткой, который их убил. Обидно. Да. Ну, в принципе, вот рисунок игры особо не меняется. Электроник за красным ящиком, минута 30, прилетает смоук, он проходит. То есть такие вот стартовые позиции занимаются командой Нави. Нужно это развивать. Да, Electronic ну, постоянно здесь находится, и больше интересно как раз, что делают его другие тиммейты, потому что там, мне кажется, идет группировочка в район рампы. Ну, значит, надо как-то под девятку проходить. Ну, либо сплитбэ делать. Mm. Ну, Жокинг зарашил скрипы, все планы Нави немного нарушил, остался живым. Вот точечная агрессия, и обратите внимание, шу. и в девятом, и в десятом раунде. Кейс рашил рампу один, сейчас Кейс прорашил про в дверь. К этому не готовы Нави. Размен. На улице нашли Омана. Пошел выход на рампу. Здесь один Фриман. При этом он не убегает, как сделали бы большинство игроков, а он идет агрессивно, атакует Флейми. Классно двигается Фриман, но вот это, наверное, зря. Он уже пошел стреляться. Плюс один человек для Нави. Исходя из вот этой позиции Симпла... Можно вернуться? Да. Потому что она ключевая. То есть он, если сейчас займет девятку и убьет с девятки игроков на А, ну, смысла идти на Б просто не будет, потому что у Нави будет самая мощная позиция из существующих. Но проблема в том, что времени очень мало у Нави. И если этот план провалится, например, Адвент убьет сейчас всех. Ну, всех он не убьет, одного может убить. Видит голову, попадает эта бомба, бомба выпала вниз надо идти. Времени хватает. Пока можно спокойно поставить плент. И есть информация, по идее, по последним. А, все, уже его убили. Вот так вот. Пока Флэми подбирал бомбу, Simple Electronic справились с китайской командой. И денег у Вичи почти нет. Тут же берется пауза. Ну, по полторы тысячи действительно тут особо не погуляешь. Пауза, пауза на сервере. Пока что смотрим на видеосигнал с места проведения. Попивают водичку игроки Вичи. Очень активно тимток, даются расклады прямо сейчас. Ну смотри, вот начали проходить рампу, пушить под девятку. И пошла игра. Да, С разных да. сторон. Не, не просто занимать длинный через улицу, а занимать всю улицу, занимать под девяткой, контролировать тоже рампу. И это ну, ключ к победе на нюке. Потому что ну, на А выйти реально очень сложно. То есть просто прямолинейно раскидать как-то и выйти на А, это ну, может получиться раз за игру. Позиции там чаще всего такие, что преодолеть их ну, нереально сложно. А вот если как-то расшатывать через крайние позиции, мне кажется, это то, что может принести успех реально команде Нави, И они должны продолжать действовать в том же русле. И Вичи в свою очередь, уже должны придумать какое-то решение. Возможно, как Астралис, они там когда-нибудь укрепят улицу, например, втроем сходят туда. Но пока у них форсбай, они купили почти на все деньги. На все деньги, там ну, только у Жокинга да. 1600, на самом-то деле. Первый минус, падает Эдванд. размен есть, это Макс седьмой. Жокинг, тем не менее, отъехал. что, до конца, да? Аркада до конца, видимо. Вот видите, но ну, ни к чему она не приводит. Осталось два в живых игрока команды из Китая. О, она хорошая позиция, ближняя. Но его тут прогренили, добили, прочитали, уничтожили пощады не дали. Кейс находит электроника. И. Ну, можно сейвить девайс, как бы один в три тут. Ну, да. Думаю, это будет лучшая опция. В идеале, конечно, забрать еще с собой кого-то. Удивляет Симпла. Но у Симпла слишком хорошая реакция для подобных мувов. Еще и пол ХП. А фулл хп лол. По нему вообще не попали. Симпл да, успел тут... перевести прицел. Поэтому и убить. тут, скорее дело, в кейзе именно, а не в Симпле. Да, демеджа нанести не получилось. Ну что, 7-4, 4 в атаке отлично. Плюс еще и Вичи Гейминг потратили все деньги. Вот, посмотри, какой дерзкий девайс от Флейми mm -hmm. читает он экономику оппонента, понимает, что там не осталось никаких денег. И, и это дуэль Максим против XM. Да, интересно, куда он пойдет? Я бы посмотрел за реализацией такого девайса. Не часто его увидишь в деле. <laughs> в атаке так уж точно на этой атаке, карте. Да. Ближний с ну, Флейми там в районе скрипа, видимо, будет пытаться найти как раз таки тот дробовик, который создал много проблем для На'ви в прошлом раунде. Так и есть. Пока что поставили бомбу Нави ближе к своему респу. Не торопится, есть энтри. Это Ваня Эдвард. Элик контролит, как мы видим, Омана на улице. Насим получисляет на рампе. Так, Элик наносит демидж. Зевс красный. У Эдварда 30 хп. Надо играть аккуратно. Ну, китайцы при этом сделали какой-то мини-стак на рампе, но мне кажется, Симпл его читает. Да. И Флейме пошел наказал с Драбагана. Вот он, настоящий хозяин карты нюк. Так, а мы не видели до сих пор Фримана его Макс 7. Вроде бы такой суперконтактный девайс, но вот к нему в гости никто так и не пришел. Понять бы еще, где он находится. Ну, где-то снизу, наверное. Это возле скрипа, скорее всего. Ну вот он. Или внизу. Нет, это кейс. Okay. Вот он. О, он в коротком. Ну, на, наверное, он там и останется, если бомбу на поставить сейчас. Ну, здорово. Вот, один на улице, один на рампе, воюют под дверями Нави. Я же говорю, что перестрелки один в один, по идее, не должны быть для Нави проблемой. И чаще всего они должны их выигрывать. Единственное, что вот нужно создать для себя максимальные условия, комфортные для таких перестрелок. И вот именно это и должно быть ключевой задачей для Нави сейчас. Пока они берут пятый, в атаке на нюкер, в принципе, не так плохо, но нужно, я думаю, добирать. Экономика у Вичи очень хрупкая. Здесь это может стать преимуществом для Нави. Ну, есть еще, конечно, определенный пул раундов до смены сторон. У Нави наконец-то очень хорошая экономика в плане того, что перспективы до закупаться чуть ли не до 15 -го. После закупа по 5-6 тысяч есть на руках. Чего нельзя сказать о Вичи. Кейс с АВП. Эдвард там активно общается. Взрывается дверь. Флейми уже контролит выход. Жокинг над, над этими дверями. Прилетел Молик. Так, это фейк. Раскидка на, видимо, какая-то. Ну, мне кажется, Нави сами сейчас обсуждают на ходу раунд, судя по тому, как Эдвард коммуницирует со своими тиммейтами. Какая-то заготовочка от Нави. Пока, видимо, улица покрыта смоками, и Элик пытается опять проникнуть, проникнуть в длинный. Это как дефолтный мув уже для Нави. То есть постоянно они его делают. Флейме при этом вычисляет мейн. Очень хорошо контролирует большой достаточно часто карты Нави. Летает ну. дым под флейми. Так, ну что Вичи? Вичи стоят довольно пассивно. Так, по дальний, АВП никуда не суется. Ставят Кейза на рампу. Уходит Фриман в девятку, скорее всего. Или под девятку смотреть улицу. Ну, а Нави пока, ну, толпятся. Под этим или, образом. может быть, даже он ушел вниз на Б. Потому что информация про смоки на улице была. И это как фейк в данном случае для Нави. Они отвлекли внимание. Вичи думает, что, возможно, это Б. Какая сочная хаешка. Ух. Супер тайминг. 40 секунд. Начинает выходить Флейми. Никого не встречает. Жокинг красный за ящами ближайшими. Просто никого не видят. И на Б. Просто Флейми прыгает вниз. Начинает вычислять. Ну и, видимо, атака все-таки на навед... Сюда и направится, правильно? Да, да, так и есть. Жокинг находит минус. Все-таки последнего, видимо, прыгающего подловил. У самого Жокинга одно хп. Омен сидит. Флейми. Разбил стекла. Выходит. Не понимает, что происходит, Quatre откуда растерялся. его убивают. Да, электроник в итоге остается последним в живых. Нави. Обидно, обидно. В дверях был тиммейт, а его стреляли из-за бочки этой. Я думаю, миллион инфы в этот момент проходит. Слишком много. Знаешь, что-то вроде было. парень выходит с короткого, видит Флейми, говорит, аквариум. Флейми думает, что? Это же поворачиваться, я. А это там... же я. А там уже начинает парень с пунтастер. В общем, сложный раунд в итоге получился. Да. Классический нюк. Нужно забыть просто эту ситуацию. Да. Понять и простить. Так, интрига, интрига. 8 раундов и победа в первой половине. Однозначно для команды Вищи. Нави, тем не менее, как я упоминал, в начале предыдущего раунда имеют хороший запас финансов. Mm -hmm. Бомба на респе. Эдвард уже занял цистерну. Так. Ну, позволяют хозяйничать на улице. Симпл. Энтри Это важно. Убивает он омана. Очень много перестрелок личных против этого игрока он выигрывает в этом матче. Элик тоже убивает Кейза. Улица под контролем рожденных побеждать. Ну и теперь осталось только выбрать плент, куда направить свою атаку. Но на Аплэнте Адвента Жокинг встречают. Два энтрикила. Не с солью явно. Два интрикила было у команды Нави, все преимущество испарилось буквально за 15 секунд. Симпл в мейне показал Авик, пытается как-то с Макком от... Нет, от отошел, просто отошел. Угу. Бомба на рампах, вот тут главное не умереть. Зевс очень рискованно ему делает, он с бомбой выходит в соло на рампу если он здесь сейчас умрет, как бы его тиммейты никак ему не помогут. Но он дает команду себе идти на б и наверняка тиммейтам говорит то же самое. Ну, очень далеко пока все. Фримен теряет хп. Скорее всего, против Зевса воюет. Симпл. Но он не успеет помочь Зевсу. Сейчас бы, сейчас бы Даню посмотреть. Но там еще и Жокинг прожал лобби, и он тоже сейчас на рампе. И он идет в спину Зевсу, который уже дошел до Б, и там вычисляет всех. Очень какой-то странный раунд сейчас происходит, и Зевс никого не находит, его забирает в итоге в спину Жокинг. И Нави понимают отлично, что происходит, но Жокинг понимает все еще лучше. Бомба на земле. Последний игрок. Симпл. У него авик, но как же мало времени. В упор расстрел Фримана. 18 секунд. Крайне тяжело. Если не полезет Жокинг, будет сложно. Все, тут из дверей. Перекрестный огонь уже будет. Ставит на уверенности. Ставит на уверенности! Ну, поставить получилось, а вот потащить раунд нет. 9-5. У просто нет комментариев. Ну, выходы на Б вот последние два раза какие-то рассинхронные, без... Супер тимплея, что ли? Просто Зевс на шифте прошел все радио, всю рампу, вышел, всю вилку прошел, прошел на Б-плент. И его убили просто в спину. То есть это говорит о том, насколько медленно развивались все эти события. То есть Вичи смогли все понять, все проанализировать и принять правильное решение. Жокинг в итоге зашел в спину, потому что только на Б-плент в итоге Нави успевали. Ну как-то мешкают они с решениями, и это подводит пока нави. Ну и жокинг, 17 убийств, 9 смертей. Проводит очень-очень результативный сегодня день, два молика. Ох, тут прям из пристройки не выйти. Из этой будки, точнее. Раскидка на а будет, кстати, чуть ли не первая такая массовая. Мне кажется, это смог а, на улице. Вот, да, это дальний смог. Да, да, да. Готовится очередной проход по улице от команды Нави. Ну, там мы, кстати, по-моему, на ступеньках как раз на спуске. Вот это именно то, что получается у рожденных побеждать. Они продолжают давить эту улицу. Но там сейчас и Кейс тоже с КТ-респауна помогает. И он уже отдал, по сути, улицу. Элик, Элик. Только его поднапрягли коктейли Молотова. 4 хп остается у Дениса. Но жив. Так, Зевс тут с тиммейтом на крыше. Это Эдвард. Очень хитрый раунд какой-то, видимо. Четыре человека на улице под очень плотную раскидку буду заходить. Отсмочили мейн. И планируется, я так понимаю, заход под девятку. Правда, не вижу смока, который должен был кидать флейм. Видимо, передумали его кидать. Там кейс на респауне вот только, да. Хотел сказать, что это ВП на такой дистанции, скорее всего, ну, как минимум одного закроет. Так оно и вышло. Но Нави заняли под 9. Единственное осталось... Так, а как они заняли под 9, когда ВП тут? Ну, оно в КТ респауне, но тут три человека команды Нави. Ну, в общем, да. Вичи все понимают. Слишком медленно Нави действуют. Ну, И... И Саша Симпл должен делать эйс. Кейс просто с пистолетом уже начинает душить. Вот это наглость. 15-й раунд. Ну что, кто кого? Патроны закончили. Симпл релодится. Никаких авторитетов у команды Вичи нет. Особенно у Кейза. Спокойно мансит за ящиком. Смеется, выигрывая клатч один в один против Симпла ситуацию один в один против Симпла у себя там под девяткой. 10-5 Вичи взяли достаточно много раундов за дефенс, и теперь вопрос в их атаке. Насколько я помню, тот матч против Виталити на мейджере было очень много у Вичи таких достаточно быстрых раундов с неплохой раскидкой. То есть там Адвент очень много всяких разных прикольных вещей пытался реализовывать, но это не работало против Виталити просто потому, что ну, французы Французам даже комфортнее было, когда на них выходят какими-то четкими выходами. Я думаю, Нави сейчас могут, в принципе, почувствовать ту же самую уверенность, если они будут выдумывать лишнего. Если будут просто играть стандартный нюк, не расстраиваться и показывать свою лучшую игру что небольшой перерывчик. Попили водички игроки команды Нави. Счет абсолютно ни о чем не говорящий. 10-5. Ну, если говорить именно о темпе игры, то Вичи пытались быстро начинать играть на трейне. У них первые несколько раундов вылетали просто на 15 секунде. Сейчас, возможно, будет похожая картина, если как раз продолжится эта линия поведения, как и против французов. Но, возможно, подход будет другой. 10-5. Я тебе говорил, что эта игра будет очень интересной. И тут э, пока это и не Инферно, это и не трейн. Это что-то среднее. И вроде бы Нави нащупали, как нужно действовать против китайцев, но те все равно набрали свою десятку. И сейчас в атаке им будет тоже очень нелегко. Смотрим пистолетку от них. Есть два смока флешка. У команды Вичи. Нави играют просто 5 арморов. Сплит какой-то на А, судя по всему, будет. Джокинг 6 хп, как-то умудрился тут потерять. Прыгает, минус Джокинг. Симпл убивает Джокинга, и тут же под девяткой включается Зевс, адвент на него нападает, но заканчиваются патроны у китайского игрока, и здесь... Оман, как прикрыл Зевса? Эдван продолжает жить! Не перестреливает Симпла, там еще Элик был. А тут спина, откуда он здесь появился вообще? Телепортировался прямо в этот Хайзенберг, некоторые называют эту позицию. Но Фриман, тем не менее, да. один в три. И... Раунд, эм, ну, не рабочий получился. Хотели занять девятку, а там, как бы три человека из команды Нави сидело. Вот это раунд, я такого не видел, конечно, никогда. Да. То есть Вичи пытались втроем пройти по улице, плюс вдвоем зайти с рампы и задавить девятку, и попытаться, наверное, выйти на. А. Мне кажется, в этом был их задум, но он провалился, потому что перестрелки против ну, достаточно сильных позиций. Это девятка, это под девяткой еще и символ против вас, Юспом, и Зевс. Ну, в общем, сложно было китайцам здесь. Показали нам кэф от нашего партнера. GGBet дает 1,2 на наю, по-моему, там был что-то около того. Это то маловато. Ну да. Я бы не был так уверен в рожденных побеждать. Конечно, они за диффенс на нюке, но Вичи тоже не лыком шиты. Сейчас у них глаки. Ну, видно, вот с пистолетки видно, что есть заготовка, значит, карту готовили плотненько. Симпл неплохо душит, Фриман успел разменяться, Флейми закрывает игрока на дверях. Пошла уже тут просто аркада до последнего, Кейза не нашли. Симпл обнаружил соперника и устранил его. Что, посмотрим, что на девайсах. Будет ли дефолтная стенка смоков и, в принципе, какой рисунок игры попытаются показать нам ВИЧи. Мне тоже плюс интересно, как будут играть Нави, потому что давненько мы не видели Нюк в их исполнении. Последний раз они его играли еще перед мейджером. На самом мейджере так ни разу дело до Нюка не дошло. И не скажу, что это прям самая стабильная карта у Нави. Скорее, это, наверное, даже одна из самых нестабильных и с самым плохим винрейтом. Я уже говорил, потому что они 6 из 7 последних игр на Нюке проиграли. Да, говорил, но именно Нави выбирали между оверпасом и Нюком, поэтому, значит, ребята уверены в своем Нюке. Отправляют АВП на улицу. Это Саша Симпл, остальные в упоре. Мы видим два фармгана по-прежнему Флейми и Зевса. И Электроник уже, обрати внимание, проходит через весь длинный и будет сейчас, опять-таки, на улице воевать. Вот у Зевса на рампах позиция неоднозначная с МПшкой. Но к нему вроде бы не собираются идти. Это будет просто фул выход на А. Ну, гранат не слишком много. Четыре смока. Точнее, четыре флешки, два смока. Так, Флейми на будке ну, как -то одного очень... Они просто выбежали, знаешь так. Флейме только отвернулся, а тут уже три типа в точке В том-то и дело, что они не просто выбежали Они сделали очень неплохую раскидку Они дали в мейн один смог И они дали флешку через верх В итоге игрок, который должен был встречать Вот этот масс-выход из будки Он был слепой, его убили без размена И в итоге Флейме был Ну, беспомощным Четко раз. заготовка. Но это как и пистолетный раунд. Видно, что прям пул раундов за атаку есть у Вичи. Не знаю, насколько их много, этих заготовленных раундов, но они есть однозначно. То есть четко все пять игроков по таймингу знают, что делать, куда бежать. И Нави нужно будет адаптироваться под это. Нельзя будет допускать ошибок, потому что счет очень даже неуверенный не и очень опасный. И Alex сейчас будет сейвить Зевс. Да, ему дают это сделать. Судя по всему, на улицу вышли два человека, но. Тайминг заканчивается у -у -у. в эту же секунду. Зевс, красава. АВИК засейвил. Но, правда, денег, конечно, маловато. Но, Но АВИК он отдал сразу Симплу, потому что у того игра идет. У него 22 фрага уже на данный момент. И ну, это... Саша Симпл, он всегда в форме. Это хорошо, да. Ну и у Жокинга 20 на 12, в принципе, тоже есть такой явный фраг-лидер со стороны команды Вичи. Ну и самый ответственный на этом этапе игры раунд. Закуп ноль для Нави Есть пара угов, есть АВП. Но гранат маловато. Катастрофически мало гранат у Нави. Даже какой-то раш банальный они бы вряд ли смогли сдержать. Здесь электроник играет очень пассивно в мейне и не слышит, наверное, прохода по улице. Тут шифтом, тут очень аккуратно все делают. Ну, кстати, если они прямо сейчас пойдут шифтом на Б, могут словить хороший тайминг. Да, и Нави ну, должны уже подозревать, что кто-то мог пройти в длинный, но вряд ли они без какой-то четкой инфы об этом станут активно перетягиваться. Вичи решили бить Нави их же стратегиями. Да, Просто масс бежать под Б. А там никого до сих пор нет, по идее? Да. Электроник все еще в мейне. Ближайший игрок находится на рампе, это Зевс. Но он услышал, как разбивались стекла, попытается расконтролить, ему дают дым. А справа Молик. Закрыто. Да, вход на Б. Плент воспрещен, электроника еще и подлавливает на улице. Нави делают все-таки размен, но бомба уже установлена, и на Б плент planet... Приди попробуй, ретейкнуть. А задачка-то не из простых. Неужели это будет сейф от команды Нави? Денег нет. ВП не хотелось бы терять. Да, они уходят на сохранение девайсов. На шифтах вышли в пустой бэпленд. Вот вам раунд против команды Нави на нюке. Ошибка. У Петрика просто нет слов. У меня нет слов. Но это ошибка от команды Нави, потому что нужно было кого-то все-таки направлять в район нижнего плента, когда вы увидели смоки на улице. И вы должны подозревать, что кто-то может пройти на шифте мимо них. Это достаточно частая стратегия. Но здесь Нави решили все-таки не поверить в то, что кто-то пройдет по улице и доверить инфе... довериться инфе «Электроника». В итоге бомба взрывается, и 8 человек остаются в живых по ходу этого раунда. Счет 12-7. Ну вот каждая такая ошибка стоит все дороже и дороже команде Нави. Все-таки разница 5 раундов. При этом в Дефе плохая экономика. То есть они сейчас доиграются до счета там 14-8 и все, и каждый раунд последний. Промокоды SLTV SLTV25 на Хелкейсе напоминают нам наши режиссеры. Спасибо партнерам и режиссерам. Ну а вы не забывайте поддерживать в чате любимые команды, топить за Нави, топить за команду Вичи, потому что, ну вот третья карта действительно супер плотная, супер интересная. Сегодня скидывайте ссылку друзьям, наберем 40 тысяч, будете красавчиками. И подписывайтесь на инстаграм Феди, он молодец. Да, два подчеркивания к вам, залетайте. Ставьте сердечки. Самый лучший, автор самых искрометных комментариев в инстаграмах. Спасибо, спасибо. Смотрим. 12-7, У Нави есть деньги. Эдвард купил маг. Седьмой. Остальные девайсы они сохранили с прошлого раунда. Ну, тут адвентлин. Смотри, ну что он делает вообще? Он сканирует пространство, отправил спутник. Сейчас придет Этот инфа. хитрый молодой человек смог сейчас будет откидывать какой-то. Но... Откинул. просто минус времени. Причем тиммейта подставил, но тут Кейс выходит просто в наглую на плент, убивает Эдварда, без шансов закрывает еще и Симпла. Последний патроны буквально погибают. Все, сейвить. Зевс такой, ты видишь Основные. эти четкие раунды? Прям тютелька в тютельку все. Даже Энди Килл не помог Нави. Темп игры Вичи намного быстрее, чем темп игры Нави. И Нави почему-то не готовы к таким быстрым выпадам. И вот те же Нави, когда выходили подобным образом на Аплант, просто закрывали без шансов. Но тут у Вичи на каждый подобный фаст-выход есть какой-то план. Есть какие-то смачки, какие-то банальные флешки. И Каждый из игроков знает, какую сторону ему смотреть при выходе. Чего только стоит вот этот фраг от Кейза по Эдварду, пока его тиммейт за спины помогал ему, чтобы никто не убили Сплунта. Ну тут, в общем, у ВиЧи все неплохо разобрано оказывается. Угу. Но по факту они выиграли двумя раундами на. Да, здорово. Ну и Шифт выход на Б как бы тоже сам себя не сделал. Ну да, да, да. Бомба взрывается. 13-й раунд у Навини денег, возможно, сейчас будет пауза, возможно, закуп победы в ноль. Потому что ситуация пограничная. Зевс может, конечно, дропнуть, но это минус гранаты. И пауза у нас от Нави, скорее всего. Да, самое время сказать, что если ты устал пузырить глаза, смотри два стрима одновременно на vast.tv. Кстати, интересно, что там в параллельном матче, потому что там у Fnatic и NAP был супер напряженный Матч? Да, да, там прям все карты супер плотные. Сейчас нам Петрик скажет. О, Василий Романов подписался. Спасибо, братик, спасибо. Внатуре выиграли 2-1 команду на IP. 16-14 на третьей карте, 19-16 на второй они выиграли, прикинь. И еще одна серия Best of 3 Это тебе ТБАГ на плеере трансляции StarLadder 5, так что как только Нави закончит свой матч, летите туда, там Best of 3 наверное только будет начинаться. Да, еще пока ждем начала того параллельного поединка, но у нас тут как раз концовочка третьей карты, намечается 21 первый раунд, начинается прямо сейчас. Вичи Гейминг против Нави, три раунда до победы китайской команде на домашнем турнире. Хотя для Нави этот турнир тоже далеко не самый гостевой. Думал они побегут просто в этот в эту дверь. Ну для Нави да, для Нави да, все-таки Starladder это приятное сердце организации. Нави неоднократно выигрывали турниры. Simple дважды был MVP, это стар серии уже в GO. Ну и Симпл, кстати, x сейчас. Игрался в ВП, с чем только не играл, сейчас XM. И снова Шифтом у Эдварда лоу-ХП просел. Ну, интересно, как теперь отреагируют на подобный мув ребята из Нави, потому что их уже ловили на подобном буквально два раунда назад. И сейчас происходит абсолютно то же самое, но внизу в данный момент уже должен Flaming. быть Флейми. Uh -huh. Ну, уже нет Флейми. Ну вот Симпл с Рампов не может убить Бэпленд. Да. Он выйдет на вилку и ничего не сможет сделать. Эдвард попытаться выйти в спину может. Ну, Все, наверное, сейвить надо, что еще. Так что сейвить каждый раунд, выигрывать, когда. Так а что тут делать, Федь? Контролить Б. Ну, то есть, если Флейми не убил, раунд проигрывается, правильно? такая история. Ну, по плану Флейми должен убить, либо дать инфу и выжить. Но этот план не работает. Нужен новый план. Я не знаю, какой план предложить. Ну, должен тренер подключаться, если у капитана не приходят какие-то мысли в голову. Но те же китайцы, как они действовали, они всегда кто-то где-то совершал какую-то агрессию. Ну, точечные и поджимы мы и помним. Это работало очень хорошо. И сейчас На'Ви, даже если бы они не делали эти точечные... Ну, то есть даже если бы они не убивали в этой точной агрессии, они бы как минимум собирали информацию, которая им так нужна. Потому что, ну, опять их просто обманули. А тут, тут вот фактор того, что уже очень много раундов у команды Вичи играет. То есть ты идешь в этот точечный поджим, ты умираешь, уже тиммейты в четвером, а вот и 14 вот уже и неприятно подставлять команду. Но действительно, один раз они в Б зашли в пустое, сейчас убили одного флейме и снова зашли в Б. Но стоит отметить, что энтри-фраги от Вичи прям вообще нереально жесткие. То есть обычно на нюке атака, выходящая на подобные чекпоинты, как, например, на А или как, например, вот сейчас длинном, но отваливаются игроки атаки. А тут получается давайте Андрей Киллы, ребят. Ну что, нужно просыпаться команде Нави, поднимайте щиты, ставьте сердечки. Камбэк сейчас просто О необходим. О, полетели, быстро со скрипа, вылетают на Аплен. Тут Зевс убивает одного, но тут же Отдает точку, и Фриман убивает еще и электроника. Они просто хозяйничают на этой карте. Вообще нет авторитета. Флейми вылетает на прицел. И вот что, сейвить, сейвит, сейвить, или нужен клатч? Не, ну в данной ситуации уже нельзя отдавать. 15-й. Эдвард пойдет даже один в три, мне кажется, пытаться брать этот раунд. Тем более, что у него позиция достаточно непредсказуемая. Он убивает Омана. Остается один против двоих. Получает молик в двери, подбирает щипцы. Раунд можно брать. Эдварду нужно просто очень круто отыграть в данной ситуации. Быстро убить первого. Фриман ближний. Кейс. Получает Молик. Оттягивается назад. Не дощекал. Не дочекал. Фриман сам лезет на рожон. Эдвард, получает по голове. Это 15-7 на третьей решающей карте. Неужели Нави начнут этот турнир с поражения? Вот никогда такого не было. Так я же это говорил в самом начале БО-3, потому что все-то остальные фавориты выиграли. Я уже думал, что эта проблема у Нави исчезла, потому что последние несколько ивентов Нави как раз-таки начинали уверенно с победы, но вот опять мы видим большие проблемы. Первый игровой день для рожденных побеждать, ну, обычно это ничего не значит плохого для команды. Они играют хорошо в других матчах. Но пока еще тут можно попытаться этот вытащить. 15-7, у нас опять аркада на А. Какие-то лютые флешки, раскидки. Оман падает в вентиляцию, но при этом вся его остальная команда просто стоит в лобби, ничего не делает. Двойной бронежилет. Омана 63 хп, при том, что он как-то взорвал дверь, забежал. Все хорошо, Элик остается контролить Б уже, но тут. Вытащи теперь этого Омана по карте, где он? Да. Ну и остальная команда приходит <свист> на шифте длинный. <свист> <свист> Раунд рабочий. Давайте его повторять, подумали Вичи. Но тут Элик. Элик может поломать очень сильно все эти планы. Плюс Эдвард неподалеку. А или Эдвард там просто настой. Кто там на рампе? Зевс неподалеку будет с рампы. Опасно, опасно для Нави. Матчпоинты в количестве 8 раундов для Вичи. А Электроник откидывает дым. Флейми чекает Электроник вот, дает хоть один фраг, уже хорошо, уже лучше, чем Флейми в тот раз. Фриман убивает еще и Зевса, и ситуация опять в меньшинстве для Нави и Бэпленд под контролем у китайского коллектива Вичи. Они ставят бомбу, и этот раунд может стать последним в этой серии. Симпл пытается пикнуть с Авиком. Получает флешку, отвернулся, знает про аквариум. Сюда же вторая флешка. Тима, это далековато, нужно пикать. Увидел? Флейми в спине. Если киты, по-моему, нет. Кейс получает по каске, но выживает Флейми. Отъехал это ГГ. Это ГГ 16-7. Не было супер интриги. Как мы видим, серия из каких 6-7 раундов подряд для команды Вичи. Из них три прохода на, по, на, шифтах по улице. И три раза они и... на на том вылетали. Ну, браво, Вичи Гейминг. Что тут еще скажешь? Ребята подготовились, ребята показали хороший тактический КС, грамотно действовали, хорошо стреляли. И все это позволило им победить команду на. Включают вебку, а там уже никого. Просто дроп за майк, мы выиграли и поехали отдыхать. Нави расстроены, Нави явно не ожидали такой мощи от команды Вичи, Симпл нервничает, но оно и не мудрено, все-таки, ну, толком борьбы во второй половине не было. Но надеемся, что Навис смогут собраться на следующий, на завтрашний игровой день. Оппонент у них, по идее, будет, ну, по идее, проще, потому что они попали в сетку 0-1, да, и там все будут команды, которые проигрывали сегодня. Но там может быть, например, команда NIP, да, которая уступила в Натик, и много других. Там те же Норс тоже будет не самый легкий оппонент для рожденных побеждать. Но это швейцарка, тут еще все впереди, это всего лишь первый игровой день и можно еще камбэк. Ну, что касается вещи поздравляем эту команду. Видно, что проработали нюк, очень много разнообразных раундов. Очень много. Ну, в принципе, они протестили один выход на Б, он работает. Протестили фаста, и он работает. Зачем еще что-то придумывать, если у тебя два раунда, которые работают? И Но в принципе, да. они выходят дальше со счетом 1-0. На параллельной трансляции StarLadder 5, мы напомним, также должен уже идти матч BAG против э, команды Vitality. Ну а вот результаты, которые были на этом плеере. 2-0. Энс обыграли Спирит, Ренегейс 2-0 убрали Тайлу Мибор, расправились с командой Панда. Ну и вот единственные представители Азии, Вичи который сегодня праздновал победу, да? Да. Но СНГ КС пока не радует, потому что и Спирит, и Нави свои игры проиграли, но ничего, завтра будет новый день. Кстати, вполне возможно и очная встреча Спирит и Нави. смотри, там Норс 0-1, НИП 0-1. Тайлу 0-1 тоже не самый простой оппонент. То есть и кто-то из пары Big Vitality тоже это далеко не самый легкий оппонент. И ждем еще включения от коллективов Panda и Pain. Они, наверное, аутсайдеры этой всей группы коллективов. Но кто его знает, может еще раскроются в рамках этого ивента. Ну, Еще и ждем, конечно, Ковача на чемпионате. Все-таки Янка сегодня справился. Янка но... был хорош, ты видел, как он вообще раздавал по-лютому. Но дальше легче точно не будет. Нужен гардиан команде Face. Ну что, спасибо, что были с нами. Как мы уже упоминали, можете лететь на Starladder 5. Здесь же трансляция завершается. Петрик подведет итоги, попрощается сейчас. Да, великолепный был игровой день. Идите на StarLadder 5. Спасибо всем за внимание. Пока. Э. Двуглазый, сколько пальцев, ты видишь? Васт тебе даст, тебе даст. Смотри в оба. Васт дал тебе по стриму на каждый глаз. Смотри два стрима одновременно на ВАСТ ТВ. Крутой, да. Рассказать, где взял. Ого. Ну, смотри, захочешь на КС. мани тут тебе и обменник, и торговая площадка. Выбрал, нажал, получил. А? Удачи, братан! Большое обновление в кейс батлах. Обновленный интерфейс с новыми возможностями. Теперь в батлах может участвовать до четырех человек. Создавай и персонализируй свои батлы. Выбирай любые количества и типы кейсов. Выбирай количество участников и приглашай друзей с помощью уникальной ссылки. Наблюдай за крутым дропом и выигрывай все. Case. Не пропусти эпичные батлы.